из себя профессионала в мире футбола, захочет сделать все, чтобы в следующем сезоне он победил. Но вот сейчас впереди Арсенал, и Арсенал ближе к победе. На 26-й минуте добивает мяч в сетку Матьё Фламини, и гости выходят вперед. Ворм дальний удар отразил прямо перед собой, и тут как тут оказался Фламини. С Рамзи начиналась эта атака. Подыграл Оксли Чемберлену. Жиру пробивает полузащитник Арсенала из-за штрафной. И неудачно все-таки, наверное, действует Ворм. Все, он видел в этом эпизоде, видел и удар Оксли Чемберлена. Здесь, конечно, нужно и вопросы задать защитникам, опорным полузащитникам, которые позволили вот так спокойно пробить поворотом. Но в любом случае Ворм ошибается, и Фламини воспользовался этой ошибкой. Но, кстати говоря,